У нас є переклад, ви знаєте, зараз. Прошу, ми будемо до ваших запитань. Олександр Вінгінко також грає в національній команді для нас. Тому прошу піднімати руку і тоді ми будемо надавати запитання. Прошу вас представитися. Ось, будь ласка, канал «Футбол». І мікрофон. Андрій Миколаївич, добрий вечір. Перше запитання. Заходиться до вас. Дивіться, будь ласка, найсвіжішими зараз новинами з командою, які були, так і стадіон. Що можете сказати, повідомити найсвіжішого, найгарячішого? Як команда себе почувається станом на зараз перед стартом Євроліги, яка буде завтра? Команда поділа зміни Команда проділа зміни путь. Значить, 3,5 часа прилетіли в Шовтарак. У нас дуже багато світу українська діаспора з аеропорту. Це було дуже приємно. Значить, доїхали до гостиниці в Шовтарак. Значить, в Києві залишилися два ігрока. В Шепелі залишився і Коваленко. У Коваленко проблема. В Шепелі, значить, ми вибрали немножко більше кількість ігроків. Значить, і посчитали нужно, що йому буде краще залишатися в клубі. Значить, для того, щоб продовжити тренуватися. І, значить, на його позиції є ігроки, які у нас є. В принципі, сьогодні потренуємося, команда чувствує себе отлично, великолепна погода тут, стадіон отлично, у нас отлично, хороше настроєння. Дякую. 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 Amanhã vai defrontar o seu colega de equipa, Bernardo Silva. Eu disse que já tinham falado sobre este jogo entre Portugal e Ucrânia. Pergunto-lhe se fizeram algum tipo de aposta para o soldado amanhã. Excuse me, I'm so sorry. Therefore... I can ask in yeah, you can ask me in English. You are going to play against your colleague from Manchester City, Bernardo Silva. Bernardo said that you have talked about this game between Portugal and Ukraine. Are you going to have made some kind of bet for the result tomorrow? Yeah, of course. We were talking about our game. We all know how strong and dangerous Portugal team are, and of course they have a lot of quality players. But the only one thing what I said to him, I said just don't try to pass me because otherwise I'm gonna kill you. Okay, next question. Наступне запитання, будь ласка, Клея. Please, Alex, do you have another question? Okay, first one. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, характеристику нынешней сборной Португалии и оцените, насколько значимо сейчас присутствие в ней Роналду. Как раньше или что-то изменилось? Спасибо. Во-первых, это чемпион Европы, это очень сильная команда. Значит, технические характеристики, значит, без Роналду команда играла 4-3-3. Роналду играет 4-4-2 больше. Значит, Роналду это один из лучших игроков вообще в истории. Значит, я очень сильно его уважаю. И, конечно, последние игры, ту форму, которую он показывает, заставляют волноваться нас. Значит, этот игрок. Это не только великолепный игрок, но это лидер настоящий, это символ этой команды. Поэтому его возвращение в сборную, значит, усилит очень сильно сборную Португалии. Окей, please, next question. Зато ще одне запитання, Андрію Миколаївичу, напередодні не так давно Мауріціо Сарі, тренер Наполі, говорив про те, що про фізичну форму гравців Динамо, чомусь він заговорив. Власне, не про це запитання, а запитання в аспекті тому, наскільки ви задоволені фізичною формою гравців саме зараз в контексті цих і освіт, не тільки гравців Динамо, загалом всіх, хто зараз є у вашому розпорядженні,
І якщо можна запитання одразу Олександру Зінченко, Сашко, ти дуже напружений період зараз був, так, в принципі, концентрація матчу досить серйозна, зараз матч за збірною. Фізично, як ти себе почуваєш на цьому етапі? Дякую. Что касается физического состояния игроков, значит, было проведено ряд тренировок, значит, команда потренировалась очень прилично, значит, был один нагрузочный день, значит, команда игроки отлично отреагировали на эту нагрузку. Поэтому лучший тест это будет завтрашняя игра. Мы понимаем, что играть с такой сильной командой, значит, команда тратит очень много энергии, очень много сил, надо перемещаться, двигаться. Значит, но это все, что требует сегодня современный футбол, если ты хочешь быть на уровне. Конечно, сейчас непростой период. К концу сезона достаточно очень много игр, но я могу сказать, что когда ты играешь, ты находишься в другом курсе и в физическом состоянии. То есть ты преодолеваешь эту усталость намного быстрее, чем нежели раньше. А ты с Аскинги еще ответь, потому что у тебя проблемы с вопросом. Окей, окей, we can then, no problem. Hello, Andrew. Tomorrow we will start the qualification with the European champion. How important is to win points tomorrow here in Portugal? Ну, прежде всего, я думаю, больше давления, конечно, на португальскую сборную, потому что, прежде всего, мы начинаем от дома, поэтому мы рассчитываем взять очки, это, конечно, будет бонус большой. Поэтому где-то в какую-то очередь больше давления на вашей команде. Поэтому у нас команда подготовлена, есть определенный план на игру, поэтому мы должны показать завтра хороший футбол. Well, Andrew, from Sport TV. What has changed in Ukraine from 96 in the last game to 2019? Очень много изменений, конечно, и значит, в первую очередь сколько поколений прошло. Значит, команда, я думаю, выросла в уровне, значит, в Украине появились хорошие команды, Динамо и Шахтёр, которые на сегодняшний день дают возможность рассчитывать на хороший игроков. Окей, do you have some more questions? Yes, please. Shakhtar gave some players to the national team. Maybe you talk a couple of times with Paul Fonseca. Did you ask him some tips about the Portuguese national team? Я общаюсь с Фонсекой, значит, всегда перед играми, значит, о состоянии футболиста, о состоянии игроков. Но я не общался с ним перед этой игрой, потому что я понимаю его корни. Значит, любой португалец любит свою национальную команду, поэтому я не видел смысла говорить о том, что он прекрасно чувствует себя в Украине, значит, он... Я не спрашивал его о сборной Португалии. У нас и так достаточно информации. Окей, okay, коллеги, сама? Окей, yes. Микрофон. Good afternoon. I want to ask you about Junior Moraes. He's described as a player and he's in your 11 for tomorrow. Значит, Junior уже давно живет в Украине, давно играет и значит, он зарекомендовал себя очень хорошо, как очень хороший футболист. Прежде всего, это его решение было сегодня взять украинский паспорт, значит, и после того, как он взял украинский паспорт, значит, я рассматриваю как игрока национальной сборной. Будет ли он в 11 игроках завтра или нет, значит, завтра вы увидите в составе. Поэтому
значит, говорит уже там на смысле. Bernardo or Cristiano, who is the best player for you, in your opinion? Right now? Yeah. Yeah, that's a difficult question because I should say Bernardo because I know his unbelievable potential. Of course, Cristiano is one of the best players in the world ever, but Bernardo Silva right now, I feel some dangerous for him because I know him well, and especially in this moment he is in form. Okay, many thanks. Thank you. See you.